двигуни, пульти керування до медогонок, власне виробництво. На будь-які медогонки гарантійне обслуговування. Гарантія 3 роки. Приветствую всех на канале Мотоколот. С вами я, Иван Игорь, моя любимая Маша. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, сегодня хотел бы снять ролик такой информативного характера. Ну, судя по названию, мы уже догадались. Это идет речь о изготовлении инкубаторов для вывода пчелиных маток. Мы из года в год постоянно где-то в этот период начинаем принимать заказы. Это длится, грубо говоря, где-то до Нового года, и после Нового приступаем до изготовления инкубаторов. И хочу поставить вас в известность, так как в течение лета, когда только начинается сезон, тогда многие просыпаются, начинают звонить, просить, чтобы я сделал, но я в это время сделать не могу. И, конечно, зимой они уже забывают все, потому что им уже никому не надо, и опять весной только вспомнят. Из-за этого хочу напомнить, кому надо, потому что многие звонили. Я уже 4 года подряд или 5 постоянно хочу себе сделать один запасной инкубатор, и который всегда в течение сезона у меня улетает. Несмотря на то, что и так делаем как бы с запасом. В прошлом году мы делали 3 инкубатора с запасом, плюс один делали для себя. В итоге все разошлось и так. Соответственно, инкубатора сейчас тут нету. Все его видели вы. Цена, я пока не узнавал, какие цены на все. По большому счету, мне кажется, хотя не знаю, надо будет увидеть, потому что если все подорожало, соответственно, и цена может немного вырасти на инкубатор. Но пока озвучиваем ее предварительно, как и в прошлом году. Так что, кому было интересно, посмотрите или звоните в телефонном режиме. Этот телефон будем оговаривать. И также будут небольшие изменения, которые в этом году показали, что как бы лишнее было в инкубаторе. Для меня в этом году лишнее было, так как мы немного еще увеличили вывод маток, немного увеличили нуклеусный парк. И уже как бы выникла проблема, что верхние шторки, которые над рамками, оказались нам помехой. Потому что шторки, если сложены одна в другой, они занимают пол инкубатора. И, короче, друзья, я не буду рассказывать, я имею в виду, что в этом проблема. Я, как практик матковод, который выводит немаленькое количество, понял, что это не надо. А, соответственно, если вы, ребята, пытаетесь заказать такой инкубатор, как у меня, значит, у вас или есть в планах, или будет в планах, или вы планируете это, что рано или поздно выводить такой же объем, скажем так, как и мы. Соответственно, оно вам тоже рано или поздно будет мешать, эти шторки. До этого времени, пока эти шторки чем служили? Да по большому счету открыл, весь воздух сразу не вылетел, но он и так сразу весь не вылетает. И мы на это стекло могли разлаживать клеточки. Сейчас же, по большому счету, мы когда открываем, у нас инкубатор полностью заложен. И мы сверху, прямо на верхнюю планку рамок разлаживаем все, что нам необходимо. Соответственно, увидел ненадобность в этом оргстекле. Также, и многие, конечно, раньше мы использовали там обычное стекло, многие его уже давно попереламывали стеклом, так как есть вероятность, забыли что-нибудь на стекло положили, закрыли крышу, что стекло раздавили, и сейчас эксплуатируют его без стекла. После этого мы начали ставить оргстекло, оргстекло довольно дорогое, а надобности в этом нету. Соответственно, его больше ставить не будем. Если даже кому-то оно очень надо было, мы ставить так не будем. Соответственно, друзья, все, кого интересовало, так как на сегодняшний момент уже как раз 3 человек общались со мной по этому поводу, соответственно, кого интересует, звоните, будем обговаривать, берем предоплату, после чего начинаем изготавливать, и уже к началу нового сезона они у вас будут уже в руках, скажем так. Инкубатор проверенный, это не, скажем, это машина, которая работает. Это ящик, который с дури только можно поломать. Это автоматика, не китайская, которая в любой момент вас может подвести. Это качество исполнения. Да, может, что-то там и некрасиво, но оно все скручено, оно все сбито, оно все подтянуто, оно все сделано так, как необходимо. Соответственно, в умелых руках он вам прослужит 10 лет без проблем. Все, друзья.
информацию озвучил, вы принимаете решение, звоните, заказывайте, будем изготавливать. На этом буду заканчивать. С вами Болемых. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.